Так. Бампер вроде хороший, но плафон разбит. Старое зеркало. Плафон разбитый. В общем, все раскурочено. Карты валяются. Такие вот карты. Ну, они уже порезаны. Пятерка или семерка. Пороги живые, главное. Кардан хороший. По цене металлолома. За 50 рублей. $21,065. $21,065. Фары разбиты, подфарник. Часы валяются, крышки дряблые. Подголовники от семерки. Вот на разборке сегодня, короче. Так, снял в багажнике задние фонари. Так, двигатель валяется. Очки от копейки надо забрать. Здесь получается раз, два, три шестерки, копейка. Пороги можно снять. Фары сделаны в России. Ладно, короче, разбираю, потом включусь. Неудобно камеру держать и разбирать. Так, вот еще одна шестерка. Главное, фары хорошие. Так, это автобус. Молдинга бы снять, конечно, надо. В общем, все, я набрал, что мне надо было. И на запас взял, подфарники, молдинги взял. Молдинг крыши я снять не могу, открывашка нужна. В общем, на сегодня все. Давайте я вам покажу, что я сегодня на металлоприемке набрал. Я сам первый раз увидел, что там шохи на разборе. Обычно они сразу разбирают их, ломают, пополам режут и, в общем, сдают их на переработку. В общем, копался где-то часа полтора. Ключей с собой мало взял, блин. На 10, на 8 ключей взял. Плоскогубцы забыл. В итоге, что я набрал? Снял приборку. Все равно она у них пойдет в утиль. Снял вот это, снял что. Ну и, естественно, нашел кольцо, срезал с ковролина. Фонарь салона. Кстати, вот клюшки. В общем, с двух машин поснимал. Вот когда я искал, их не было. Вот сейчас люди начали сдавать машины на металлоприемку. Вот они появились. Так всегда, когда надо, нету. Когда надо, вот завались. Воздуховоды снял. Они как пластик идут, их бесплатно дают за копейки. Снял подфарники, я их помою, поменяю стеклышки, будет как новые. Зеркало валялось там. Снял два фонаря, вот эти вот, сделанные в СССР. Тут только плафончики поменять, вот эти стеклышки. И один сделанный в России, а вторая пара была разбита. Не в плохом состоянии, не стал брать. Взял вот эти молдинги, они там валяются как мусор. Забрал, короче, все равно на переплавку идет. Снял с копейки вот такие вот. Копейки или 13 или 11 снял вот такие вот поводки. Еле эти снял. Дворники, блин. Долбил здесь немного. В общем, один немного так помял, поцарапал, придется шлифануть. В общем, Ну, вот это тоже на полу валялся, забрал. Также снял порог алюминиевый с 11-й. И снял с нее вот эти вот арка крыши, в общем, молдинги крыши. Ну, открывашки с собой не было, я их торопился, они там уже закрывались. В общем, помял все. В общем, забрал. Вот такая вот куча получилась. За все отдал 500 рублей, но я им сказал, 500 рублей хватит. Я говорю, там половина пластмасса, половина металл. Основной металл здесь фонари. Ну, в общем, за пятихатку он мне все отдал. Вот как-то так, вот такой вот получился ролик. Может, туда еще что-нибудь пойду поснимаю. Сегодня так уж торопясь, завтра праздник, из-за этого не стал долго возиться. И ключей с собой не было. Так что вот такой получился ролик. В общем, всем спасибо за просмотр. До следующего видео.